Сегодня четверг, а значит на канале Дон Балон мы продолжаем крутить воздушные шары и делать красивые вещи. В прошлом уроке мы делали пятерочку. В этом уроке я покажу, как вам нехитрыми способами ее задекорировать и сделать более привлекательную. Для того, чтобы сделать декор нашей пятерочки, я предлагаю определиться. У меня есть желание сделать две небольшие машинки, их прям здесь не хватает. Немножечко добавить солнышко, облачков и, может быть, чуть-чуть цветочков. Приступим. Давайте начнем с изготовления машинки. Машинки мы сделаем несложные. Для начала мы просто обработаем ШДМ. Я беру ШДМ 260. Две штучки. Пока. Для начала. Сначала мы делаем пузырик, который будет являться шириной нашей машинки. Я не думаю, что нам нужны слишком широкие машины. Поэтому вот этого будет достаточно. Сделали пузырик, скрутили пинчик. Следующий ШДМ вкручиваем в этот пинч. Откладываем точно такой же пузырик. И тоже делаем пинчик. Соединяем. Теперь сплетем немножечко как бы тело нашей машинки. Отложили маленький пузырик большой, перекрутили. И из другого ШДМ точно так же большой пузырик. Да? А чтобы соединить вот эту скрутку и вот эту, просто перекручиваем пузырики между собой. Ну, получается вот такая вот основа. Давайте покажу еще. Маленький пузырик справа-слева. Первый большой мы просто перекручиваем. А второй сначала откладываем, потом меняем местами. Сделаем так несколько рядов. Так, в какой-то момент нам понадобятся пинчики. Они нам уже понадобятся. Ладно, сейчас мы их сделаем здесь. Сделаем пинч. Ну, пойдем дальше. Здесь как раз длина нашего пузыря. Только знаете, что мне здесь тоже нужен пинчик вот в этом месте. Вот. И теперь вот этот хвостик как раз об пинчик мы обмотаем. Лишнее я убираю. А здесь тоже делаем пинч. И лишнее тоже убираем. Получилась вот такая вот гармошечка. Сделаем вторую гармошку для второй машинки. Вторая машинка у нас будет желтого цвета. Теперь подготовим колесики. Для колес нам понадобятся диски колесные. Их мы сделаем в цвет машины. 4 красных и 4 желтых. Берем ШДМочку и просто сделаем отдельные пинчики маленькие. Так. Ой, что я делаю? В
просто надуваем маленький пузырик и завязываем его. Ну, таких 4 штучки нам нужно подготовить. Я специально их делаю такие достаточно крупненькие. Там увидите для чего. Теперь будем делать сами колесики. Колесики будем делать из пятерочек черного цвета. Каждую пятерочку будем надувать-сдувать, как бы растягивать. Сейчас определимся с размером. Наверное, большовато. Полкачка. Всего лишь полкачка. Ну да. Значит, я делаю завязочку и прям туда, вовнутрь, вставляю нашу с вами заготовку для колеса. Так как у нас колесики совсем маленькие, я, наверное, не буду их раздувать, потому что они и так будут прыгать. Поэтому сделаем, оставим шар пожестче. Я думаю, так будет даже лучше. Сделали все 8 заготовочек. Теперь вот так вот вытягиваем наш шарик. Углубляем внутрь все хвостики. Ровно по центру их перехватываем. За счет того, что наш пинчик достаточно большой, он практически весь ушел вовнутрь, но при этом немножко торчит. И получилось такое замечательное колесико. Если бы он у нас был маленький, он бы просто утонул, и тогда бы так не смотрелось хорошо. Ну, теперь кусочком шеден перекручиваем колесо. Мы подготовили 8 колес. Теперь нам нужно облагородить наши машинки и дополнить их деталями. Для начала сделаем им верхушечки, чтобы они были больше похожи на машинки, а не на матрасики. Что-то я много надула. Ну ладно. Так, попробуем из одного. Значит, я сейчас креплюсь к нашим пинчикам, которые не первые, а вторые. Затем делаю такой слегка удлиненный пузырик, пинчик. Пузырик размером с машинку, еще один пинчик. Такой же удлиненный пузырик. Вот у нас с вами получилась такая вот заготовочка. Он, мне кажется, вот этот пузырь длинноват. Сейчас чуть-чуть поменьше. Угу. Если бы здесь был бы пинчик, я бы сейчас к нему так раз-раз-раз-раз, и мы бы все сделали. Но нам нужно подняться наверх. А что мы будем изобретать велосипед? Мы сейчас еще одним пузыриком поднимемся наверх. Нам же здесь не надо ничего сверхъестественного делать. Да, вот. Опустимся к последнему пинчику. Проложим сзади еще один шедевр. Пары задние появились. Поднимемся обратно. Главное ровно, чтобы более-менее было. Вот. И спустимся к этому первому пинчику. Также через пузырик. И все. Для того, чтобы привести машинку такой читабельный вид, нам этого будет вполне достаточно.
сюда вставим. Вот. Может быть, сюда еще один. Давайте сейчас. Мне лень надувать еще один шедем. Я люблю такие вещи делать из того, что есть. Поэтому обработанный шедем прям сразу вкручиваю сверху. И сделаем сверху еще одну. Проложим еще один вот так вот шарик. Вот. Прям реально накрутила из того, что было. Главное, как это будет выглядеть. Отлично. Теперь мы возьмем белый шедем. Для начала. Отложим пузырь длиной чуть-чуть больше нашей ширины машинки и просто завяжем его с двух сторон. Чтобы он не выпал никуда, можно его вкрутить, да, здесь и подкрутить его здесь. Ставим его туда. Вот. Отлично. Да, сразу поменялся вид. И оставшуюся часть шинем проложим внизу. Я сейчас вкручусь в пинч. Затем сделаю еще пинч. Он будет выполнять роль такого как бы огонечка, что ли. Хотя можно было бы его желтеньким сделать, но... Сейчас. Теперь вот эту саму шедемку мы углубляем между шаров. Как бы подсдуваем. Вот, еще сильнее надо сдуть. Прям такой тоненькой полосочкой. Вот. Вставляем внутрь. И делаем еще один пинч. У нас получились и фары, и ротик, и глазки. Теперь нам нужно прикрепить наши колесики. Колесики притягиваем прямо на завязочке. Два узелочка. Вот. Один. И вот сюда вот, здесь можно прям в пинчике
удобно будет их крутить. Получилась вот такая вот машинка. Казалось бы, простенькая, делается достаточно долго. Да. Сейчас мы ее поправим. Прикрепим ей глазки. Вот, и сразу совсем другой вид. Здесь вот только что-то некрасиво торчит у нас. Что-то некрасивое уберем и спрячем. Вот. Вот такую машинку мы сделали красного цвета. Да, одну сюда поставим. И сейчас подобного рода сделаем желтенькую. Вот такие две прекрасные машинки у нас готовы. Теперь мы подготовим небольшой такой нейтральный декор, пейзажный. Сделаем солнышко. Прям вот из круглой пятерочки. И из 160-го ШДМ. Значит, я откладываю небольшой такой продолговатый пузырик и пузырик-пинчик. Угу. Теперь еще такой же пузырик и еще раз пузырь-пинч. Пузырь, пинч, пузырь, раз, два, три, четыре. Мне бы их штук 6 сделать. 6 соединяем. Смотрите, как туго, да, он туда входит. Как раз то, что нам нужно. Вот он его сплющило, да, он так вытянулся. А теперь пройдемся еще раз по кругу, чтобы они были двойные, чтобы не соскакивало. Двойной пузырь, двойной пинч. Вот такая вот заготовка. Да, то есть она такая достаточно плотная. Сделаем лучики. Из той же соточки, да, маленького шарика, мы будем прокладывать лучи. Я вкручиваю ближайший пинч, прокладываю пузырик, еще один пузырик, пинч, такой же пузырик, еще один пузырик, пинч. Ну, такое у нас получилось солнышко. И за счет того, что оно у нас туго встает, мы немножко вытянем нашу пятерку. Прям насильно вставим туда. За счет такой вот силы, да, которую мы применяем, у нас наш солнышко никуда не убежит. А вот этот хвостик очень удобно крепить к самой цифре, да? Вот у нас получается вот так примерно. Прям выхватываем оттуда чей-нибудь хвостик. Привязываем один хвостик с другим.
Вот. И все. Мы сделаем вот, вот так. Прям звезда какая-то, а не солнце. Так, машинки наши. Значит, красную, думаю, сюда. Сейчас мы возьмем какой-нибудь обрезочек шарика. Нету обрезочка. Ладно, сделаем. И прикрепим. Тут она прям вовнутрь убежала вся. Вот так уже гораздо лучше. Вот, и с этой стороны мы сделаем желтенькую как раз. Я просто как бы крест-накрест, да, креплю к этому колесу и к этому, и через полянку. Так как шедемки хорошо притягивают, то проблем не возникает. Причем можно даже сильно не притягивать, они все равно будут хорошо держаться. Еще можно будет немножко двигать. Пускай ровно, но зато хорошо встала. Так, здесь вот мне как раз не очень нравится, как она встала на самом деле. Так, замечательно. Хочу немножечко сюда добавить цветочков, а туда облака. Буквально пару штрихов. И все. Немножко белого. Что-то это у нас куда-то в сторону смотрит. Вот так. Пусть будет ровно. Для того, чтобы сделать облачка, я просто возьму 260-й шедем и наделаю на нем разных таких барашков. Так и притянем с помощью вот этого длинного хвоста. Сейчас я его зацеплю за соседние шары. Вот у меня получилась как бы завязка. И куда-нибудь вот сюда. Так, раз. Такое. Да что ж такое? Ну, отлично. Маленькая тучка. О, сейчас вообще все сломаю. Так. Ну, не знаю, нужны ли сюда цветочки. Не нужны. Не будем делать цветочки. Мне хватит облачка. Здесь мы поправим.
мне на асфальте не хватает, немножко выровнять нашу дорогу, не хватает дороги. Ее мы сейчас и смастерим. Для изготовления дороги я просто возьму кусочек каракала и порежу его по клеточкам. Каждая полоска будет 3 клеточки, то есть 1,5 сантиметра. Ну вот я и закончила циферку. Мы добавили немножко декора, прибавилось 2 машинки яркие, появилось солнышко, облачко и немножечко облагородили нашу с вами импровизированную дорогу. Делайте, повторяйте, пользуйтесь на здоровье, пишите свои комментарии и обязательно ставьте лайк этому видео. Всего хорошего, пока-пока, до встречи в следующий четверг.